В этом году за счет средств транспортного налога из районного бюджета в бюджеты поселений было выделено свыше 10 миллионов рублей. Эти средства пошли на содержание улично-дорожных сетей, диагностику и паспортизацию дорог. Так, в бюджет совхозного сельсовета было направлено 2 миллиона рублей. Как их освоили, а также почему рады жители Заречной 12 в Лебедевке, расскажем далее. Улица Комсомольская в Лебедевке. До середины дороги проезд комфортный. Вторая часть была сплошной дырой, но дорожный ремонт – удовольствие дорогое. Помощь пришла в виде районной субсидии. После того, как уложили асфальт, проезд стал весь ровным. И ремонт сделали не ямочный, а целыми участками. Субсидия составляет 2 миллиона рублей в этом году. Для нас это очень солидные деньги. 1 миллион рублей идет у нас на улицу Комсомольская, уже сделана работа. Улица Школьная у нас тоже сделана. Это где школа, где садик. Улица Советская. То есть по селу Лебедевка мы полностью отремонтировали сейчас школьный маршрут. Школьный маршрут тоже проходит здесь. Но дорога – это уже финальный этап. За несколько лет вся территория на Комсомольской преобразилась. По программе «Комфортная городская среда» появилась детская площадка. Старые аварийные тополя заменили декоративной краснолистой черемухой. Теперь эта аллея по-настоящему украшает территорию. Благодаря районной помощи облагородили даже мусорные площадки. Теперь удобно и перевозчику, и жителям. А несколько лет назад на Комсомольской по областной программе капитально отремонтировали 7 домов. Жить стало комфортнее. В этом году дошла очередь и до 12-го дома улицы Заречной. Жители рады. У нас какая работа была? Поштукатурить, дранку набить и побелить. И все. Ну, такой работы. Настолько слоев, и все это укреплено. Ну, сейчас и технология другая. Красивый, очень красивый. Прямо светится, вся деревня даже светится, не то что дом. Хорошо у нас все. Местные власти нарочно ушли от сайдинга. Приобретать высокого качества слишком дорого, а дешевый брать нет смысла. Выбрали штукатурку и качественные материалы. Свой яркий позитивный цвет дом должен сохранить надолго. В прошлом году у нас были проведены работы по замене крыши, инженерки. В этом году у нас идут фасадные работы, отмостка пойдет. Ну, вы сами видите, что фасад получается достаточно интересный, такой радостный, что ли. Вот. Это хорошо. И люди довольны. Капитальный ремонт жилого фонда в совхозном сельсовете выполнен на 80%, говорят местные администрации. На очереди дом на станции «Сельская».